танцевать вместе с дуэтом «Домино» народного коллектива «Вокальная студия». Аплодисменты! Продолжаем веселиться. Завтра нас с вами ждет обширная программа, посвященная Дню города. Извините, Дню России, город же мы вчера поздравляли. Но видите, я еще в том празднике. На сцене летнего театра «Лира» всех жителей и гостей города ждет концертная программа «Россия вперед!». Молодежь ждут программа на площади молодежи, а на берегу нашего Борисоглебского озера показательные выступления радиоуправляемых моделей. Я думаю, будет интересно. Ну а сегодня мы уже будем, наверное, поздравлять нашу страну с праздником. И вас приветствует народный коллектив, коллектив-хор «Русская песня», культурно-досуговый центр «Сатурн». Встречайте! Белые цветы, на их конечном небе золотое.
Никого Владислав Митягин. И они призывают нас верить в чудеса и ничего не бояться. Система всех лепит в общую массу обозначенные границы. И порой кажется, что не прорваться, у нас нет винтовок, гранат и патронов, чтоб уничтожить у нас арсенал улыбок. И мы верим в то, что это поможет. Ты знаешь сам, нас спасут чудеса. Над нами любовь свежим ветром дыхает. Ты знаешь сам, пока чисты небеса, мы живы с тобой, и нас не сломают. Ты знаешь сам, нас спасут чудеса. Над нами любовь свежим ветром дыхает. Ты знаешь сам, пока чисты небеса, мы живы с тобой. Разрисовать красками серые лица на серых улицах, распахнуть закрытые клетки и выпустить желания, пусть сбудутся. Идти по своей тропинке, слушать сердце, которое не обманет, рисовать смешные картинки, отделяясь от массы тех, кто медленно вянет. Засушить этот май гербарием между страниц нашей памяти. Грустно и холодно, и чтоб снова почувствовать.
почувствовать ветер, который разносит по городу запах весны. Можно ведь сделать так, давай попробуем, как будто мы открыли с тобой что-то новое. Это будет наш с тобою секрет. И будем согреваться зимой улыбками, воспоминаниями, обрывками. Ведь мы друг на друга с тобой самый чистый свет. Спасибо большое. Чудес вам, любви и удачи. Всего самого хорошего. Спасибо. А для вас поет солистка Народного театра оперетты Ксения Галко. Встречайте! Давайте с вами порассуждаем, что же такое любовь.
Ну а для вас ансамбль «Серпантин» образцового коллектива «Камертон» завершает программу «Пою все вместе» песней «Цветик-семицветик». Участие в фестивале под ваши бурные аплодисменты тем, кто уже поделился своим хорошим настроением и пел для вас с любовью. Я попрошу Виктора Павловича обязательно поучаствовать и отблагодарить всех, кто участвовал в этом первом блоке. Грамоты за участие в арт-фестивале «Территория Сатурн» 2018 награждаются коллектив «Играй гармонь» культурно-досуговый центр «Сатурн», руководитель Александр Петрович Лебедев. Нету, да? Дорогие друзья, ну пока готовятся руководители, я бы хотел у вас спросить, скажите, пожалуйста, вот мы делали сейчас опрос, вам нравится наш фестиваль? Ну, если нравится, вот я сейчас хочу узнать, как вам нравится, по вашим аплодисментам, как вам нравится наш фестиваль? Вот это дело другое. Мы действительно искренне хотим порадовать всех наших жителей, жителей города, Раменского района, близлежащих городов,
теми талантами, которые здесь занимаются в культурно-досуговом центре «Сатурн». Ну а сейчас Александр Петрович Лебедев, который работает в «Сатурне» вот уже более 40 лет. Ему особые аплодисменты. Библиотеку поселка Удельная и Центр поддержки сирот, одиноких матерей и инвалидов. Мы составили программу, развлекательную программу для вас, с тем, чтобы вы посмотрели и оценили таланты наших людей. Итак, звучит скрипка. Астор Пьенцола, Обливион, исполнитель. Скрипачка, импровизатор, обладатель гран-при международного конкурса Анна Макеева. Я же не работала. Я дворником начинала, потом ворота. Самый главный человек в городе. Там такой ворот. Забрали. Дворником маленький.
Конечно, подмосковная земля знаменита своими талантами, богата своими талантами. Сегодня нам хочется представить вам очень молодую, талантливую оперную певицу Альбину Филави. В ее исполнении прозвучат куплеты Адели из оперетты Штрауса «Летучая мышь». Нарисован и бульвар.
сейчас, дорогие друзья, индийский танец. Индийский танец ретро-Болливуд из кинофильма «Абдулла» исполняет Анна Ларчева. Дорогие друзья, в Удельнинской библиотеке уже 4 года существует литературно-музыкальный клуб «Пусть нас подружит книга». И постоянной участницей и автором многих литературных программ является Светлана Симоновская. Сейчас в ее исполнении прозвучит стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре». Краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, позабывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, что каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье поет в луче, и всем казалось, что счастье будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, а луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайну плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Спасибо.
дорогие друзья, сейчас на сцене дуэт Александр Жесков, баян, и Виктор Солдатов, балалайка. Александр Жесков является автором многих песен, которые он сочиняет сам, стихи и музыку. И вот сейчас прозвучит авторская песня «Пионы». Пионы, пионы, пламя летней жары, ароматные волны той прекрасной поры, как роскошно и нежно нам шептали без слов лепестки белоснежные и алых цветов. Так роскошно и нежно нам шептали без слов лепестки белоснежные и алых цветов. Эти светлые ночи волновали нам кровь, твои жаркие очи обещали любовь, напророчили это на года, на года. Не забудется лето никогда, никогда. Напророчили это на года, на года. Не забудется лето никогда, никогда. Лепестки облетели, закружил листопад, снова злые метели запорошит наш сад. Сохрани в своем сердце эти жаркие дни, ароматные волны той счастливой поры. Сохрани в своем сердце эти яркие дни, ароматные волны нашей нежной любви. Сейчас, дорогие друзья, творческая студия Макеша совместно с анимационной группой «Мини». Анна Макеева, Виктория и Максим Виноградовы с шуточным анимационным номером «С корабля на бал». Как здорово-то, а? Пи-пи-пи-пи-пи! Ой, смс-очка! О, представляете, и концерт сегодня, и артисты выступают, еще мне смс-ка пришла. Я почитаю. Так. Артисты не приедут, они наелись апельсинов, животы у них разболелись, доктор Рай болит. Ничего не понимаю, как это? Читай дальше. Встречайте пиратов Соньку и Ваську. Они очень хорошо умеют играть. Встречайте быстрее их на пристани. Они должны уже приплыть. Ого! Приплыть должны. Ничего себе. Ау-у! Пиратики! Пиратики! Вы где есть, да? Ой. Ой.
Чего-то не вижу я ничего. Кораблей никаких у тут нету. Вы не видите пиратов? А? Вы не видите, да, никого? Я тоже ничего не вижу, а? Ничего не вижу, а? Ничего не вижу, а? Где? О, какой-то корабль показался. Сидорь, сзади возле, я тоже. Ветер такой. Ой, Васька, ну и тяжелую нам сумку с тобой болит. Это нет. О, ну я же говорю, не надо никуда плыть. Это вы что, пираты? Мы. Здорово, пиратики. Айболит сказал, что вы очень хорошо умеете играть. Да. Это правда? Правда, да, умеем. И очень хорошо играть умеем. Как замечательно. Так, это самое. Пойдемте, я вам помогу. Сумочку тяжелую дотащу. Ой, быстрее, сюда. Вот, смотрите, уже публика собралась, надо играть. Очень круто. Смотрите, все уже хотят, чтобы и плясали, и танцевали. Вот сюда. О, все, давай. Сюда. Притащили, да? Вам, наверное, надо разыграться, да? Что-то надо разыграться, наверное. Сейчас посмотрим, что вы тут притащили-то. А нам разыгрываться не надо. Мы свои чемпионаты по игре вообще. Как это? Что это такое? Да, а это чего? Как чего? Ничего не понимаю. А я не понимаю. А у тебя это чего? Чего это? Лёха, ничего не понимаю. Полный чемодан инструментов. А на чём же вы умеете играть? Это чей чемодан? Она мой болит дал. Мы даже и ни одним глазом на него не глянули, что там внутри. Как не глянули? В целости и сохранности. Нам это не надо. Это получается не ваши инструменты? Да. Ну если инструменты не ваши, а на чем же вы тогда умеете играть? А мы играем на картишечках. Вот они. Ничего. Дорогие зрители, публика, я извиняюсь. Аплодисменты где? Ну похлопайте хоть мне что ли? Отлично, ты пропили! Дорогие друзья, я хочу вам сообщить, что сегодня номер среди артисты. Хочу сказать вам, что артисты сегодня... А сейчас для вас выступят самые музыкальные и самые лучшие артисты. Пираты! Олька и Васька! Так все-таки будет концерт? Конечно! А как вы это сделаете? Вы не умеете играть? А мы устроим супер-пупер конкурс. Алло, мы ищем таланты! А вот я вам помогу, а? Конечно! Ну тогда и дело, где же таланты? Где у нас таланты? Ау! Таланты! Давайте, таланты! Вася! Вася, вот тут есть инструменты. Так, ну-ка сюда. Ничего себе, тромбон уронил. Алло, таланты, помогайте. Супер, оркестр собирает. Давай, снимай тромбон. Знаешь, что такое тромбон? Бери эту штуку. Так, тебя сюда. Это такие колбасясины. Так, тебя, смотри, что. О, еще давай, еще. О. Так, смотри. Где же тебе барабан? О, сюда вот тогда, засунуть вот сюда. Сюда в пузырьку, понятно? Так, ну-ка давай, ты умеешь там? Ну-ка, потом. Так, получится. Так. Так, ну еще у нас, да? Есть еще музыканты, да, у нас? Ух ты! Так, это смотри, как делается, вот так вот. Хватит. Подождите, мы еще не подготовились. Подождите.
это вот так вот. И это вот так вот. Так. А вы, господа, будете дирижировать и танцевать. Давай ты будешь, ты дал волшебную палочку. Ты будешь дирижировать. Дай нам волшебные дирижерские палочки наши. Так, палочку дам, между прочим, Васе. А ты будешь пока движение. Чтоб публика у нас не скучала. Ну что, настраивай оркестр, сюда становись. Настройка. Так. Тебе ничего не дали. Так, Сонька, ты готова? Готова. Так, тебе саксофон. Вот так вот. Понятно? Так, тебе тоже ничего не дали. Да. Будешь подкидывать мячик. Туда-сюда он тоже музыкальный. Ну что, артисты готовы? Дирижер, готов ты танцевать будешь? А вот танцевать-то кто будет у нас? Вот я кто под зонтиками. Салют! Итак, взмахивай своей палочкой, Васькой. Так, номер начинается. Все двигаются по кругу, куда и делаются. А ну-ка, публика, повторяй, здесь выпрямляйте стойки. А попочками смотрите, как Сонька показывает. Да ты так дирижируешь? Какие мы умницы, 3-4. Какие мы умницы, как... Культурно-досуговый центр «Сатурн», руководитель Галина Георгиевна Геллер. Солистка Анна Ларчева, художественный руководитель Александра Скрипина. Народный коллектив эстрадного танца «Эльдорадо» и коллектив «Эльдорадо», культурно-досуговый центр «Сатурн» и руководителя, балетмейстер, заслуженный работник культуры Московской области Ирина Станиславовна Печенкина. Симоновская Светлана Сауровна, член литературного клуба «Пусть нас по
Петербурга. Удельнинская библиотека номер 1. Ржавков Александр Николаевич, член литературного объединения «Раменские зори». Творческая студия «Макеши» и анимационная группа. Группа «Здоровье Татьяна» и ее руководитель Светлана Васильевна Солодова. Студия йоги «Надежда» и руководитель Надежда Кабанова. Где Кабанова и Надежда? Вот она идет. Конечно, за все то, что сегодня вы видели, мы благодарим и обязательно выручим благодарственные письма всем организаторам мастер-классов, которые сегодня принимали участие. Развитие талантов и творчества молодежи Стрельникову Виктору Павловичу. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Виктор Павлович, ответное слово.